Для выбора профилей надо учесть ряд нюансов. Один из них состоит в том, что SurveyMonkey кодируют ответы не так, как они закодированы в ESS. Поэтому надо провести сравнение кодов там и там. Я составил таблички сопоставительные для каждого вопроса, где видно, например, что по первому вопросу, сколько времени вы смотрите ТВ ежедневный и ТВ Watching из ESS, коды соотносятся вот так. Единичка в SurveyMonkey соответствует нулю в ESS и так далее. То есть на один больше код возникает. Эти таблички вам доступны. Соответственно, вы сможете повторить процедуру самостоятельно. Хотя могли бы, собственно говоря, сделать и сами такие таблички. Они делаются через описательную статистику. Вот шаблончик для составления логической формулы. Сверху мы имеем переменные и коды для SurveyMonkey. Снизу уже преобразованные мною коды для ESS. Итак, вот первые переменные. Мы знаем, что в ESS код на единичку меньше, поэтому здесь вместо восьмерки становится семерка. Второй переменный видим то же самое. Вот все помеченные зеленым коды переходят в формат ESS с вычитанием единицы. Однако есть переменные, где вычитание не происходит, где коды переходят непосредственным образом, без всяких изменений. Также следует отметить, что если в вашем профиле в SurveyMonkey стоит код, соответствующий пропуску, то нужно посмотреть, как этот код кодируется, например, здесь, в 19-й переменной. Как бы вы оценили свое политическое мировоззрение. В SurveyMonkey стоит код 12, в ESS, как следует из моих сопоставительных табличек, этот код равен 88. Вот там внизу это есть, 88, поэтому преобразуется 88. То есть оранжевым я пометил все коды, соответствующие отказу от ответа, затруднению ответить. Они преобразуются в соответствующие коды семерки, восьмерки или 77, 88.